Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону – подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Отлично, выровнялись. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков. Если будем друг друга прикрывать, все путем будет. А, это просто кикимора. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Херня, правда? Челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будет нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работай. Смотри, не задень банки. Ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать?
Да они тут баррикад настроили, ну чистая революция. Дерьмо. Надо поближе подойти. Давай, обезвредь постовых. Врагу не сдается наш гордый валет. Пощады никто не желает. Сэкономили 3 копейки, не наняли замыкающего, и все. Опа-опа, нифига, иди сюда, на. Приятно иметь дело с дебилами. Как 2x2 нам. Васян принял 2, остальные все просто сматывали. Чё за... А мы сидели в боковом туалете, ну они прямо на нас. Как свиней всех перерезали на... Не надо свиньи. Жрать сложится. Ну чё, как там хафарчик? Сколько получается на трассе? Ты мне особый? 5 пушек, чуток патронов. Эти жердяи взяли на себя шматья и грибы. Дерьмо всякое. А что там за персонаж с тобой? Хозяин каравана. Наш главный хочет за него выкуп. Тот же вес, но в патронах. Да ладно. Ничего себе. А я этому человеку просто глотку вскрыл. Ну, главное, у нас же стратег мы, а ты солдат. Что за подлаз? Опа!
мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там. Мне еще жить охота. Противогаз живо! Ну, давайте! Вылезайте, чмошники грёбаные! Папа пришёл! Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Качели, мать его, бога душу.
Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зудам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Как будто нам упырей не хватало. Теперь еще и это кладбище. Артем, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может, найдешь чего? И двинь. Слышал это? Фух. Ну и песни. Слаще Владимирского централа. Но страшно.
проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки, кого вы за собой притащили? Упыри! Семен, заводи дрезину, спасем этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня гада прёт! Thank you.
слушайся его. Эти ребята вообще юмора не понимают. О-о-о-о! Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет, это Бурбон! Собственной персоной! Помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Уверен.